Всем привет, ребят! Решили снять обзор на ресторан Бушеры и заказали два бургера. Привезли в течение 40 минут. Вот такие два бургера. Давайте посмотрим, как выглядит. Блин, ну выглядит неплохо. Он довольно-таки увесистый. Очень оригинально. Давайте посмотрим, что внутри находится. Так, вот такая вот булочка, ломтик помидора, салат, котлетка, две котлетки, острые перцы, я как понял, халапеньо. Так, снизу помидоры, сыр, соус. В общем, довольно-таки неплохо все сделано. Это что касается бургера халапеньо, я как понял. Давайте посмотрим, как выглядит наш второй бургер. Вот так вот выглядит наш второй бургер. Называется он «Затмение». Вижу соус, ломтик помидора, котлета, листья салата, еще одна котлета, сыр, помидоры. Слушайте, ну довольно-таки неплохо, я вам скажу. Да, кстати, по комплектации вот столько вот салфеток. Ну, так как это на одного человека, я думаю, достаточно. Две салфетки сойдет. Давайте продегустируем, посмотрим, как они на вкус. Очень интересно. Всем приятного аппетита. Нам и поехали. Слушайте, очень вкусно. Ребят, как будто сделано на гриле. Очень приятный вкус. Вкус дымка. Чувствуется вкусное свежее мясо. Не, ребят. Это очень вкусно. Правда, ребят, я немножко не понял. Бургер называется халапеньо. И по идее он должен быть очень острый. Ну, хотя бы в меру острый. И я пока что этого не почувствовал. Это, скорее всего, горький перец, но он не острый. Хотя, в целом, бургер прям девяточку твердую дам из 10. Очень вкусный бургер, всем рекомендую. Он очень сытный. В предыдущем ролике я снимал бургеры с Альтаировского, с ресторана Триф. Но, ребят, ну, небо и земля, честно. Вообще их не сравнить в пользу Бушеров. Давайте попробуем второй бургер. Посмотрим, как он на вкус. Ребят, не буду нахваливать, но действительно вкусно. Вот как это выглядит сблизи. Классно. Ребят, я не ожидал, но бургеры действительно вкусные. Всем рекомендую посетить данное заведение. Цены бургера я поставлю в описании под видео, кому интересно, посмотрите. Вот этому бургеру я ставлю 8 из 10, объясню почему. Вот этот бургер мне понравился больше. Не из-за того, что он вот этот невкусный, а это чисто мое мнение. Вот этот бургер мне больше понравился. То есть вы должны понимать, что 8 из 10 это прям отличный бургер. 10 из 10 я ставлю в том случае, когда бургер прям восхитительный. А это довольно-таки неплохой, отличный бургер. Также могу сказать и про этот бургер. Вот такое заведение, ребят, находится на Армейской 8Г. Кто хочет вкусно покушать, посетите. Всем понравится. Ребят, послушайте мнение моего оператора. Я думаю, вам будет интересно. Если сказать честно, то... Все бургеры, которые я вообще перепробовала во всех ресторанах, даже фастфудах, это вот, именно вот этот, тот я не пробовала еще, но вот этот, это просто восхитительно. Я прям чувствую мясо, вот. Ешь ты там, знаете, там в фастфудах, ты чувствуешь, что это какой-то пластик, а вот это именно чувствуешь, что это настоящее мясо. Я не ожидала, конечно, думала там... Подчеркиваю, плюсую. Думала, что, ну, обычный бургер, ну что это такое, ну, честно. Понравилось? Идеальный бургер. Ты советуешь людям или нет? Советую посетить. И оценочку какую? Ну, этому бургеру я даже могу поставить 10. Хорошо, я понял. Теперь тот попробуй. Попробуй. Это мы попробовали затмение, это да. Халапеньо. Да. Это должен быть острый, как я поняла. Ну да, должен был быть острый, но, к сожалению, там перец горький. Но он тоже очень вкусный, мне он понравился.
Вот этот мне больше всего понравился. Он как шаурма. Да, кстати. Похоже, да, на шаурму? Похоже на шаурму. Очень как будто сильно. Откусываешь, как будто делаешь кусок шаурмы. Да, 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 очень похоже. Ну, они, кстати, очень сытные. То есть, съешь один бургер, ты насытишься им. То есть, да. Вкусно? Мясо очень вкусно сделано. Вот прям такие толстые кусочки мяса. То есть хорошо. Не пожалели, положили нормально, чтобы было вкусно. И какую оценочку поставишь из 10? Ну, этому 9, этому 9. Это лично мое мнение, просто я не очень люблю. Но они оба, вот эти оба бургера, они вкусные, согласен. Да, я советую. Вот этот, смотря тот, кто любит огурчики, ему очень понравится. Просто я не очень люблю, но этот восхитительный, я поставлю 9, этому 10. То есть, рекомендую. Вот такое вот мнение о данном заведении, ребят. В общем, кому понравилось видео, ставим лайк, подписываемся. Да, и ждите новых выпусков. Всем пока. Всем пока.